В начале расследования теракта в Нью-Йорке ФБР нашло второго подозреваемого. Сообщается, что это тоже уроженец Узбекистана, но информации о его роли в подготовке преступления пока нет. Между тем, Сайфулло Саипов, который совершил наезд на людей, рассказал на допросе, что действовал под влиянием пропаганды ИГИЛ. Ролики, снятые террористами, смотрел на смартфоне и, по сути, следовал инструкциям экстремистов. К теракту готовился 2 месяца и даже репетировал предстоящую атаку. День, когда в США празднуют Хэллоуин, и на улицах много людей, выбрал специально. Рассчитывал, что жертв будет гораздо больше. По данным прокуратуры Нью-Йорка, у Саипова помимо пневматического оружия было несколько ножей, которыми он не успел воспользоваться. За рулем пикапа Саипов сдавил 8 человек, 12 получили серьезные травмы. Ему предъявлено обвинение в терроризме и грозит смертная казнь.